12 февраля в Донецке начнется массовый призыв на военную службу. В рамках мобилизации планируется привлечь около 100 тысяч человек. По словам главы ДНР Александра Захарченко, мобилизация необходима в условиях нарастающего ожесточения боевых действий. По информации ополченцев, призывников сразу на передовую отправлять не будут. Сначала они пройдут комплексную военную подготовку. Есть в рядах вооруженных сил ДНР и добровольцы. Среди них боец разведвзвода 1-го славянского батальона «Цырандой», приехавший с Алтая. Позывной «Цырандой» – это афганское слово, народная милиция, народное ополчение, еще с тех времен. Для меня это уже не первая война. Был в Афганистане, на Косово был в 99-м, тоже добровольцем. Вот. Ну и здесь не мог остаться равнодушным, просто я прекрасно вижу, что творится здесь, и как гибнут мирные люди. Ну, тяжело остаться в стороне, лично для меня, ну и для всех вот ребят, для наших. Такую переделку вот попал первый раз. Сколько вот, как бы не первая война, говорю, но в такую переделку попали первый раз. А много погибло ребят? Да. Земляк мой погиб с одного города, то есть вот, позывной директор, много ребят. При отходе нас там и гранатами закидывали, но у меня пулевые это легкие, они на вылет, там ни кость не задета, ничего. А здесь вот просто рука пострадала, меня спас автомат моего земляка Калашникова, понимаете. Вот, он тоже с Алтая. Я держал его возле груди, и вот осколок прилетел, раздробил цевьё, вот палец раздробил, и магазин. Если бы не было автомата, я бы с вами не разговаривал. Это просто, знаете, чудо такое, вот, как говорится, на войне всякое бывает. Очень повезло мне, я считаю. На Украине вовсю идет четвертая волна мобилизации. Киев сообщает, что разослано 73 тысячи повесток. Удалось направить в войска 45 тысяч новобранцев. В большинстве своем насильно поставленных под ружье. Во многих регионах страны количество уклонистов достигает 80%. Цырандой отступать не привык. После госпиталя намерен вернуться на передовую. Что, будете продолжать воевать? У меня здесь должок остался. Есть должок? А можно сказать, какой? За друзей. Просто так не оставлю. Указательный палец работает, так что отстреляемся. Стихотворение, собственно, так сказать, сочинение. Если честно, то война не нужна нам ни хрена. Но мы все пойдем в атаку, коль в опасности страна. И какой бы ни был враг, хоть какой, но он дурак, если думал, что Россию можно взять за просто так. У них евро, баксов тьма, у нас... Родина ума, и хранит нашу Россию Богородица сама. Сколько б к нам ни шло врагов, а итог всегда таков. Мы портянки полоскаем возле вражьих берегов.